Всем доброго утра, дорогие мои. Сегодня вторник. Вот. Хорошо. 28 сегодня апреля. Вот у меня виноград весь расцвел. Вот весь урожай в будущем. Вот они, посмотрите, везде весь усыпан виноградом. Полностью усыпан. Весь полностью. Хорошо. Но я его хорошо стриг в этом году. Остригал хорошо. Вот. Потому что в прошлом году было очень много это. Слишком было много листьев, веток. Потому что виноград растет до самого сентября. Он начинает зеленеть сам. Расти. Вот. И если его не стричь, да и винограду легче. Потому что он дает, силы не хватает у него на все. Вот. Стоят дома, никому они не нужные. Сейчас уже не до жиру, а быть бы живу. Вот. Сейчас те, которые привыкли зарабатывать вот этим бизнесом, продажей квартир, вилл, придется затянуть пояса. Да и не только. Таким вообще, которые привыкли, сдавая в Москве, в других городах квартиры, жили здесь припеваючи, сейчас уже все. Лафа кончилась. Придется затянуть пояса. Вот. Поэтому никому эти же квадратные метры не нужны. Стоят они пустые. И таких будет сотни тысяч квартир. Не только здесь, и по всему миру. Вот. Людям надо выживать. Вот. Поэтому... Те господа, которые на этом привыкали, карман набивать и жить припеваючи, уже все. Тю-тю, приход придется уже как-то переквалифицироваться. Трудные времена настают, очень трудные. Трудные времена. Я вообще считаю, что вот этот коронавирус, COVID-19, считаю, что это ящиком Пандоры. Вот, потому что она прошла в такое время, когда уже люди уже перешли к красную черту. И их надо было как-то остановить. Вот. По многому уже смотрят другими глазами, придется на жизнь. Уже другими глазами. Не глазами, не со стороны роскоши, квартир, шикарных вилл, апартаментов, мерседесов, бриллиантов. Никому это нафиг скоро не нужен будет. Вот попомните мои слова. Я говорю, как есть, колхозным языком. Вот. Хорошо, если это бы за год, за два бы закончилось. Но, как сказала Анна Попова, я еще раз повторяю, за нас сказал, или придется два выхода, один выход, это когда, или мы все переболеем, или вакцина. А вакцина, говорят, еще не скоро. Не скоро. Поэтому мы вступаем в новую фазу жизни, когда надо друг другу помогать. Надо быть добрее, надо друг другу плечо подставлять, а не топить друг друга. Как это налоговики мне сказали в прошлом году, они говорят, мы, говорят, впервые, говорят, видим, говорят, что вы, говорят, две недели, говорят, ездили, катались, говорят, людьми. Сожгли, говорят, почти на 2000, говорят, лир, говорят, бензина. А принесли, говорят, на 100 лир бензина, говорят, налоговую, что этот посмел человек на 100 лир бензин взять.
Мы, говорит, таким случаем, впервые столкнулись, говорит. Это как это так? Мы, говорит, так и не можем понять. Я говорю, ну, бывает так. Я говорю, такое бывает. Это у нас, я говорю, так. Этот сидит на меня, смотрит, говорит, ну не можете вы такое, это, говорит, невозможно. Я говорю, ну вот так, у нас бывает. У нас бывает. Вот. Это, говорит, за место спасибо. Я говорю, да, это за место спасибо. У нас, я говорю, так это. Понимаете, как помните, был один такой этот, сказка такая. Вот. Лягушка решила на своей спине, говорит, на другой берег, говорит, перенести, говорит, муравья, чтобы тот не тонул в потопе. Когда, говорит, перенес, говорит, начал, говорит, до середины реки дошли, говорит, переплывать. Муравей, говорит, сильно укусил, говорит, это лягушку, говорит, со спины. Лягушка, говорит, ты что, говорит, эй, браток. Он говорит, ну ты извини, это мой метод, говорит, от благодарения. А, ну тогда, говорит, хорошо, это, а это мой метод, говорит, от благодарения. И нырнул, и муравей утонул. Вот понимаете, поэтому коронавирус, это ничего страшного нет. Мы сами коронавирус, еще страшнее. Вот. А коронавирус всего лишь плетка, которая нам немного дал протрезветь. Что нельзя быть такими. Вот. Нельзя быть такими. Поэтому у нас говорят же ахерзаман. Ахерзаман это конец света. Ахерзаман это конец света. Тогда это, говорят, предвестники. Вот предвестники ахерзамана, конца света, именно из таких вещей. Когда люди друг на друга начинают грызть, друг друга начинает топить, друг друга начинает долбить, за добро отвечать плохим. Вот это и есть признаки конца света. Вот. Признаки конца света. Вот таким людям покажи вот так вот, просто вот красоту, природу, красоту жизни. Ты тупой человек, ты отстой, ты никто. Нет, надо показать шикарные виллы. Надо показать своими бассейнами, это обязательно надо, рестораны. Вот, вот это тогда ты нормальный человек, хороший. А просто жизнь показать, нет, ты отстой, ты колхозник, ты тупой. Сейчас все массово будут искать источники питания. Массово. И деревня поедут, и везде, лишь бы, чтобы выжить. Вот. Кускинумат покажет этот коронавирус. Вот. Когда горстями бриллиантов на буханку хлеба придется поменять. Такие времена тоже могут настать. Любое время могут настать. Мы никто. Мы предполагаем. А Бог располагает. Бога не надо гневить. Всевышнего не надо гневить. И красную черту не надо переходить. Мы уже его давно перешли, эту красную черту. Давно перешли. И Господь сказал, стоп, остановитесь. И остановил. Сейчас нас спасет только то, когда если мы опомнимся и начнем друг другу плечо подставлять, перестанем быть такими злыми, перестанем быть подлыми, перестанем быть коварными. Вот в чем будет спасение. Вот это самое главное спасение. И вакцина. Главная вакцина – это доброта, вот, взаимность, любовь друг к другу. Люби ближнего своего, не зря говорят, во всех верах, и в христианской, и в мусульманской. Кстати, мусульманская вера одна из добрейших религий. И Коран учит этому, людей доброте, взаимопониманию, толерантности. А люди и к Библии, и к Корану написали 10 своих от себя. Вот.
Как мне один тут турок старик сказал, молодец. Корану, говорит, люди, говорят, от себя ты не добавили еще, говорят, на 10 Коранов. От себя ты не, понимаете? Вот это вот самое страшное. И то же самое и Библии, то же самое и в других верах. Вот. Ни одна вера не учит людей быть такими, каким мы сейчас до этого дня являемся. Большинство из нас. Вот. Только о деньгах, только о роскоши, только красивую квартиру, шикарный. Этот переплюнет другого. Хорошая машина, хороший Мерседес. Ой, бля. Все будет нормально. Я думаю, что вот мы пройдем через это. Мы должны выйти уже совсем другими людьми. И мир тоже должен измениться. И мир тоже должен измениться. Это как холодный душ для людей. Как холодный душ для людей. Вот. Когда-то говорили наши старики, тот дурак, который говорит, среди трущоб, говорит, строит себе, говорит, дворец. Мы это начали делать. Среди трущоб строим дворцы. Вот. Другие никто, отстой, простой народ. Забывая о том, что он такой же, как и мы, человек. Тоже такая же кровь алая. Тоже 36,6. Вот. Нет, мы должны быть элита. Мы должны быть избранные. Вот. И американцы то же самое. Как они вот пришли это самое, в Америку? Английским фрегатом они пришли, а индейские племена, их приняли на свою голову. Они же их потом перебили всех. Выжили. Мы не можем благодарить за хорошее добро добром. Добро добром. Везде устраиваем геноцид собственного народа. Друг друга геноцид устраиваем. Ни одно животное себе подобного не сделает. Воробей воробью не устроит геноцид. Волк волку тоже не устроит геноцид. Тигр тигру тоже не устроит геноцид. Вот. А мы устраиваем. Вот. Всех вам благ, дорогие мои. Берегите себя, будьте добрее. Берегите своих детишек, свое здоровье. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Каждый по своей вере. Молитесь. Вот. Молитесь, и все будет нормально. Я думаю, что мы через это пройдем и станем совсем другими. Совсем другими станем. Вот. Мы должны выйти отсюда лучшими. Лучшими. Вот. Всем доброго утра. Извините за мой гыр-гыр. Просто я сказал, что я думаю. Вы знаете, по моему прошлому каналу я привык всегда говорить то, что думаю. Это мое личное мнение. Вот. У каждого человека свое мнение. У другого, может, по-другому. Вот. Это вот и мое личное мнение. Мы должны любить друг друга, несмотря ни на религию, ни на цвет кожи. Вот. Если мы будем любить друг друга, мы будем любимы. Тогда нас и природа полюбит, и Всевышний тоже. Всех вам благ. Пока-пока.